Суббота, 19.00, час X-фактору. Там журавли летят, усыню. Это было круто. Я кузачка твоя, я дружина твоя. Пане полковнику, мій синьок. Я продовжую кричати, ніч безмежна і сумна. У цій нищівній боротьбі все по-справжньому. Страшний сон, страшний сон. Минулий ефір – це страшний сон. Ваня Варава, к сожалению, вынужден покинуть наше шоу. Це як поганий секс, який хочеться забути, якомога скоріше. Їх залишилося дев'ятеро, і вони не збираються поступатися. Настя Каменських і дівчата, Аня та Даша. Я сьогодні немножечко проявила свой характер и понимаю, что надо бороться, иначе мы просто не догребем, однозначно. Я не хочу попадать в номинацию. Олег Винник та старші за 30. Олена Зуєва, Альона Романовська і Микола Ілін. Я вірю в те, що категорія 30+, пройде якомога далі. Мені здається, що секрет успіху в 30+, в першу чергу, мабуть, серце, в якому достатньо вже досвіду. Андрій Данилко та колективи, Юркеш, Казка і каблуками по брусчатки. Я говорю, ви голосуйте за талант. Талант не имеет возраста. Это или талантливо, или нет. Зачем мне голосовать за человека, которому 14 лет, если он бездарен, там, скажем, да? Я лучше за бабушку, которой 86, но она ставит все. Дмитро Шуров и его единая надея. Миша Панчишин. Для меня это факт, что Піано-банда, яка была бандою, залишилася вдвох. То, на мій погляд, дуже-дуже зарано сталося. Тим не менше, я твереза людина і розумію, що не все втрачено, і ми будемо боротись до кінця. Вони не приховують щирості. Я так чекаю, щоб попробувати з симфонічним оркестром. Тут. Це сравнимо з польотом в космос. Народжується. 3, 2, 1. Легенда. X-Factor! Здравствуйте, мои хорошие! Второй день зимы и четвертый прямой эфир X-Factor. Не пытайтесь уловить связь в этих двух понятиях, я просто их назвал для того, чтобы была какая-то информация. Это веселая шутка, я хотел сказать, что сегодня у нас будет веселый эфир, интересный и непредсказуемый. Вы уже заметили, дорогой зал, привет, вас не слышно!
Так лучше. Вы уже заметили, что у нас сегодня на сцене пополнение. Сегодня все песни будут звучать в сопровождении живого оркестра под руководством нашего хорошего друга Евгения Хмары. Спасибо, что вы сегодня с нами. Евгений, не поцарапайте рояль, это мой. Друзья, кроме фантастической музыки и жаркой борьбы за место в финале, этим вечером вас ждет еще один приятный сюрприз. На сцене выступит человек, чья фотография выскакивает в гугле, когда пишешь слово «музыка». Человек, который родился, мне кажется, с нотным станом под мышкой. Я не удивлюсь, если у него еще на пояснице татуировка скрипичного ключа. Пьянобой сегодня на сцене X-Factor! Это хорошая новость. Ну а прямо сейчас я предлагаю начать. Друзья, встречайте! Люди, которые так же, как и мы все, болеем X-Factor'ом. Ladies and gentlemen, наставники X-Factor'а! Красивые, нарядные, глазки блестят. Все шикарно. Андрей Михайлович, вы сегодня не один. Мы так и в сценарии тоже видели, на проходных тоже у нас здесь. А Андрей Данилко плюс один было написано. Добрый вечер, Украина. На самом деле я не сошел с ума, меня опять заставило СТБ выйти. С Гусем я там стеснялся, конечно, но вышел. Говорят, что вот как-то я с ним смотрюсь лучше. Ну видите, как он сидит, смотрите. Арнольд. Странно, до меня доходит информация, что это вы всегда просите его перед эфиром. Ну а наконец-то сегодня вы его приодели. Он сегодня с бабочкой. Но это не моя работа. Вы думаете, я с ума сошел? Ну, я сегодня узнал такую маленькую подробность, я думаю, это будет интересно всем, что, оказывается, Арнольд – девочка. Вы о каком Арнольде сейчас, Андрей Михайлович? Ну, гусь. А, гусь. Все-таки девочка, да? Все-таки да. А я вот сразу приметил, вот когда зашел, а он там губы красит. Друзья, я желаю всем вам хорошего вечера. Уважаемые судьи, наставники, мои вы хорошие, сегодня-то борьба у нас будет еще жестче. Сегодня наш проект покинут сразу два участника. Я не знаю, кто это будет, но об этом мы узнаем в конце. Сейчас давайте быть все-таки веселее, улыбаться.